вторая линия на легато. Возьмем тональность до минор. И опять-таки на 16-й, не на секстоле будет легато. Делаем только первый удар. Остальные три ноты играем пальцами левой руки. Вот, к примеру, берем ноту до, пятая струна, третий лад, извлекаем. Затем у нас идет ре ми бемоль. Мы сразу играем крайнюю правую ми бемоль. Возвращаемся на среднюю ноту между ними. И опять крайняя. Первая только медиатором извлекается, остальные легато. То есть у нас получается хаммер до ноты ми бемоль. Потом срыв на ре. И опять хаммер на ми бемоль. Мы можем так двигаться вдоль струны. Можем идти вертикально по гамме. Сейчас я покажу, как вдоль струны. Теперь возьмем обратное движение. Перевернем его. К примеру, возьмем. Останавливаюсь до минор. Также возьмем, допустим, начнем от терции, ми бемоль. Теперь делаем срыв, пу. Третья нота у нас будет, если... нота до, делаем к ней срыв. Хаммер на ре. И срыв опять на до. Там у нас... играли в эту сторону сначала первая нота, потом две крайних. Теперь в обратную сторону срыв, две крайних. Также двигаемся. Можно играть по одной струне, можно играть по гаммам. Надо и так практиковать, все это под музыку.